Следующая композиция напомнит зиму, потому что, да, нет, не страшно, потому что она зимой была сочинена в рождественский период, период каникул для взрослых. Ну, детей тоже есть, но у взрослых тоже они, да. И мне так хорошо было на этих каникулах, что сочинилась композиция, которую я назвал «Christmas Boogie». Вот. Танцуем все. Thank you.
Спасибо. Надеюсь, я не задел чувств верующих. Сейчас такие. Вот. Да, наоборот.